Профтехпоморье кардинально преображается. За последние несколько лет более 40 мастерских, техникумов и колледжей прошли модернизацию. Ремонты и оснащение современным оборудованием проводятся благодаря национальному проекту образования. Сегодня и в Севердвинском техникуме социальной инфраструктуры открылись новые мастерские по компетенциям поварское дело и кондитерское дело. Николай Цып продолжит. Она студентка, но в душе уже шеф-повар. Галина Яковлева знакомится с новым оборудованием. И результат этого знакомства – пирожные, конечно же, вкусные. Мы теперь сюда приходим, и нам здесь больше нравится тем, что здесь все красивое, хорошее. Вот. Не знаю. Чувствуешь себя шеф-поваром ресторана? Да. И этим все сказано. Теперь 8 групп по профессии повар-кондитер будут с еще большим рвением ходить на практические занятия. Ведь эти мастерские не отличишь от кухни самого современного ресторана. Уровень у них качества, да, и квалификации будет все-таки повышаться. И они смогут уже работать не только, да, в столовых, где-то в школьных там, и так далее. Да, то есть уже на мировом уровне и на российском уровне в ресторанах, кафе. Например, в старых мастерских не было пароконвектоматов. Устройство позволяет готовить быстро и вкусно. В 2 помещениях, в общем, 10 полностью укомплектованных рабочих мест. А это будто витрина в магазине бытовой техники. Здесь, наряду с известной всем соковыжималкой и специализированное оборудование. И вот, например, машина для приготовления пищи «су-вид», в переводе с французского «под вакуумом». Здесь готовится мясо, рыба по технологии, в результате которой не теряется вкус и витамины приготовленного блюда. Этому студенты будут только учиться. В мастерские по компетенциям поварское дело и кондитерское дело в рамках национального проекта образования было закуплено более 280 наименований технологического оборудования, инвентаря, оснастки и инструментов. Где-то 9 300 000 это на закупку технологического оборудования и 10 500 000 средств это на выполнение ремонтных работ. Это бюджетные деньги. Установлена и приточно-вытяжная вентиляция, новая электропроводка, освещение. В области такие мастерские по различным направлениям открываются с 2019 года. Правительство Поморья активно участвует в реализации проекта «Молодые профессионалы». Для нас очень важно проводить модернизацию сферы профессионального образования. С 2019 года у нас уже участниками стали 11 техникумов и колледжей. И с учетом 2022 года будет у нас уже работать 39 мастерских по различным направлениям, по различным компетенциям. Объемы финансирования этого года порядка 62 миллионов рублей на оборудование и более 30 миллионов на ремонты. Так создается самая современная инфраструктура, которая напрямую повышает качество подготовки студентов. Также во всех новых мастерских будут проходить подготовка и чемпионат «Молодые профессионалы». Николай Цып, Юлия Куницкас, Регион 29.